Какие самые распространенные проблемы со зрением? Вы знаете, сейчас столько заболеваний, которые самые распространенные, конечно, это аномалии рефракции, то есть близорукость, дальнозоркость. Если мы берем детский возраст, подростковый возраст, а во взрослом возрасте, более взрослые пациенты, это там куча заболеваний. Самое распространенное это, конечно, катаракта и глаукома. А дальше уже идет заболевание, которое приводит к осложнениям, диабет и другие заболевания.